Кукушка, кукушка, а сколько я рыбы сегодня поймаю? Зря ты бабу на рыбалку взял. Витя! Витя, ну что ты не отзывался? Я не знаю, ну что такое? Я заблудилась, ты видишь, я еле тебя нашла. Садись. Посмотри, на кого похоже, Витя, посмотри на мои туфли. Не надо было так одеваться. Отец сказал, сапоги болотные, какую-нибудь фуфайку, все, ничего больше не надо. Если меня кто-то увидит. Кто тебя увидит? Не знаю, рыба, например. Ты ее поймай сначала. Как, это я, что ли, рыбу буду ловить? Витя, ты что? Ну, я хотела, но я же не думала, что надо в озеро нырять. Ты что? А что, хитяндр, что ли? Нырять не надо. Ну, а как ее поймать? Удочка, вот она. Ты забрасываешь, ловишь на удочку. Зачем нырять? Такой ляп, молодой. Витя, какая у тебя удочка огромная вообще. Спасибо за комплимент. Дурак. Витя, а кого мы сегодня поймаем, а? Какую рыбу? Лещ, подлещик, камбала, касатка. Тут очень много разной рыбы, в разных видах очень много. Витя, а этот, вот этот мордатиус, вот этот, он живет здесь, а? Что? Я мордатиуса хочу поймать. Ну, мордатиус, рыба такая, рыбак называется. Не знаешь, что ли, мордатиус, понимаешь? Ну, хариус ты имел. Ну, какая разница, господи. Знаешь, рыбалка это очень заразная штука, азартная. Ты поймал одну, две, три, уже потом остановиться невозможно. Ну, вообще, как-то на алкоголизм больше похоже. Витя, слушай, а ты мне камбалу покажешь? Эту воблу. Или камбалу? Зеркало брала? Зеркало, говорю, брала с собой? Нет. Тогда не покажу. Ты знаешь, что на рыбалке самое главное? Вот подумай. На рыбалке самое главное... И это хорошо одеться. Нет, на рыбалке самое главное – это тишина. Должно быть тихо, рыбка подплывет, и будет все в порядке. Только тишина. Нет, ну подожди, ну а если... Тишина. Ну, тишина, я сказал. Ну вот, а если... Помолчи. Помолчи, все. Это не я. Вот смотри, что я делаю. Достаю червячка. Ну ладно. И начинаю одевать. Вот, видишь? Аккуратненько, чтобы жало не было видно. Можно розочкой тут заматывать. Если... Что такое? Косметичку забыла, думаю? Что? А что ты? Неправильно же? Мне червячка, мне жалко. А что тебе жалко? Чего ты взяла, что ему больно? Ну, потому что он дергается вот так вот. Да ему нравится, он на рыбалку пришел, мы одна команда. Какая команда? Ну ты что? Да ну. Какая команда? Смотри. Вот тебе вот так вот, вот эти вот. Смотри, что делаю, смотри. Что опять не так? Ну зачем ты на него плюнул? Ты же его унизил как личность. Это традиция, надо поплевать, чтобы рыба ловила. Опять что не так? Ну, проблема, ну сказал бы, на, плюй, ради бога, жалко. Забрасывай. Поплыву. А ты так вот? Он красный. Когда он утонет, рыба клюет. Все просто. Чего так? Я говорю, утонул поплавок, рыба клюет. Рыба клюет, когда утонул поплавок. Просто. Рыба клюет, ты сказал? Ну да. Витя, я тебе 100 раз говорила, не мешай водку с пивом, не мешай. Вот у тебя результат. Посмотри, у тебя уже рыба клюет. Ну а как? Ну как говорится? А как она может клюнуть? У нее что, клюв есть? Она что, петух, что ли? Рыба клюет. Клюет, Витя! Успокойся, да успокойся. Ну здоровая рыба была, я бы мог поймать ее. Она в другом озере уже от страха. Ну думать надо, что ты делаешь? Ну ладно, не поймала и нечего орать. Не поймал он рыбу. Ну, с первого раза не поймал, поймаешь со второго. У тебя всегда все хорошо со второго раза получается. Чего? Того. Витя, а если бы я рыбой была, ты бы меня тоже на червя ловил, да? Тебе бы ловил на живца. Видела я твоего живца, фиг бы ты меня поймал. Ладно, не надо остыть. Давай возьми, подкорми рыбу чем-нибудь. Сейчас. Деловая, шутит. Сейчас я ее подкормлю. Коля, стоп, стоп, Лита, что ты делаешь? Рыба не ест сосиски. Это рыба, ты же не человек, что ты вытворяешь? Ну
что она ест тогда? Ну, я жмых. Возьми жмых, подкорми. Ну, в рюкзаке жмых специально взяли. Что такое? Я думала, что это халва. Съела, что ли? Она вкусная. Молодец. Была. Мотыля возьми в банке, попробуй, тоже понравится. Жалба, ладно, да. Давай учи меня рыбу ловить. Вот смотри. Снасть. Поплавок, катушка. Забрасываешь, поклевка, вынимаешь все. А? Тогда еще раз. Берешь вот эту фитюльку, нажимаешь вот этот пиптик, разгибаешь эту гальматю. Рыба подплывает. Червяк. Не надо, не надо. Надо! И рыбки похлопала, все в порядке. Все просто. Поняла? Я с первого раза поняла. Господи, я с рыбаком 10 лет живу, что-то непонятного. Каким это рыбаком? С тобой, придурок. Давай удочку ловить. Вертолет не сбей. Собью. Больше тебя сейчас наловлю. Вот отойду подальше, наловлю. Давай, горе. Сейчас вот заброшу и поймаю, между прочим, меня клевать будет. У тебя не может клюнуть, ты женщина. Клюнет, я вот такую мордатицу поймаю. Пробуй. Вот и пробуй. Давай. Вот так. Молодец. Если поймаешь, я тут ламбаду заколбашу сейчас. С голым торсом. Ну что, готовься. В чем мама родила? Ламбаду танцую. Хорошо, только поймаю сразу. Давай, пробуй. Ах ты, давай, корягу. Ботинок поймай. Клюет, я тебе говорю, клюет. Рыбалка, что же здесь. Клюет, Витя. Витя, я поймала. Домой идем? Нет. Ламбаду обещал. Что? Ламбаду обещал. Ладно, давай. Давай быстро. Эй, идиот! Я тебе говорила, зря ты бабу на рыбалку взял.